Столяров и Маева сегодня будут наказаны. Но для начала запомни следующее. Все трюки в этом ролике были выполнены профессионалами. Были соблюдены все меры предосторожности. Не повторяйте этого самостоятельно. Это опасно. Маша и Леша постоянно выпендриваются парной акробатикой. Поэтому я придумал для них настоящее суровое испытание. Вы что, психи что ли, Вадим? Страшно, да, все-таки? Три прыжка. Простой, сложный и нереальный. Прыжок 69. Ой, сейчас ты 69 прыгаешь? Ставь лайк прямо сейчас и досмотри ролик до конца. Проверим моих друзей на прочность. Друзья, всем привет, это Вадим Бабешкин. Меня зовут Алексей Столяров. Маша Маева. И сегодня на канале у нас особенный выпуск. Вы наверняка все видели у Маши Маевой парная акробатика вместе с Лешей Столяровым. Друзья, и пришло время немножечко поднять планку. Вы догадываетесь, что сегодня будет? Синхронные прыжки? Нет, не синхронные прыжки. Парные прыжки в воду. И сегодня мне помогает Борис Соколов, мастер спорта по прыжкам в воду. В общем, сначала мы будем с Борей делать прыжки с 5 метров, а потом вы будете повторять то же самое с скольким? Да! Да! Сейчас тебе хорошо стало? Ты готова? Ты готова? Мне стало хуже. И поэтому я предлагаю начать прямо сейчас. Погнали! Значит, для сегодня для вас будет три задания. Три задания. Первое, прыжок называется наездник. После наездницы будет крест. И третье будет прыжок 69. Ва-ва-ва-ва! Ой, сейчас ты 69 прыжок. Давай теперь называть это прыжок 69. Реально, когда будут спрашивать про лист. Мы любим делать прыжок, делать 69. Подожди, но Маева с камни с головой, да, будет стоять? Да. Отлично. Это как мы с тобой бегали. Смотрите, короче, первый, да, это конь. Конь это я. Да, конь стоит как бы наклонившись. Готовится прыгнуть вниз головой. А наездник, да? Он разбегается. Это я. Да, это ты. Через него прыгаю! И прыгай через него! Кто его? 3, 2, 1. Кто его? Нет, я не готова! Трюк наездник можно выполнить и с большей высоты. При этом верхний прыгун будет реально катиться на втором. Еще бывает, что этот трюк делают с трамплина, но это совсем жесть. Маева, почему нас все держат за какой-то, знаешь, материал, который типа, ну давайте попробуем, может ребята выдержат. Так, ну что, это изи, изи. Давай, давай, становись, нагибайся. Так делается контент на моем канале, поэтому давай, нагибайся. Лишь бы согнуть Леху. Ты перепрыгнешь вообще меня? Да иди уже, встань уже, мужа. Ты готов? Страшно, ребят, я смотрю в воду. Так, ребята, давайте, все, первый прыжок. Поехали! Леха, парные прыжки в воду! Так, давай, да, Маша, да, ты вперед прям! Максимально вперед! Да заткнитесь, не говорите все-таки! Вот такие! Так страшно, когда она разбегается, я ничего не вижу, кроме воды! Тихо, Леха! Страшно, да, все-таки? Леха. Все-таки у тебя работает голова, Маева, я рад! Давай, Машуль, прям перепрыгивай! Что скажете? По-моему, было видно, что у ребят заиграло очень сердечко. Но трюк точно можно засчитать. Давайте теперь повысим трудность. На самом деле вы крутые, молодцы. Или я не знаю, или просто может у тебя мозгов нет. Маева, то, что ты бешеная, я не завидую твоему. Да что я, блин, бешеная? Теперь делаем, короче, второй прыжок. И типа, я тебя кидаю. Чем, туда. Посмотри, смотри, как они долго собираются к этой черне. А они хотят, чтобы мы сразу сделали. Че, вы что, конь? Они конь, привет! Братва, вы мастера спорта, вы что, угораете? Не-не-не, ну просто это выглядит настолько ненадежно, что я бы к ним не пошла учиться. Вы что, психи что ли, Вадим? Давай, короче, вот сейчас реально надо бежать отсюда. Ты понимаешь? Вадим, давай с метра попробуем. Этот трюк называется крест. И его трудность заключается в том, что нижний должен сначала упасть сам, а уже потом вытолкнуть второго. В общем, тут вся сложность ложится на могучие плечи Столярова. Проверим, не зря ли он качался.
Что мы делаем? Знаешь, лица наши стоят вообще. И главное, Майва, ей вообще срать. Что происходит? Ей вообще просто срать. Смотри, Маш, да, ты встаешь так, да? Получается, на Лешу спину так ложишься, да? Ну, как мы любим. Да, как ты любишь? Да я вас подстрахую. Подстрахуйте, слышал? Я видел, как они там стояли, дрожали, блин, оба. Не, ты-то подпрыгсай. Он подпрыгсал? Да. Я вот так вот. Да, он тут много чего делает. Ты готов? Слышь, бро, у вас будет всего одна возможность, бро. Что ты готов? Главное, держись. Ну тяни, самое главное, колени, носки натяни. Да. Вот так, и да? Не сгибайся. Да, не сгибайся, вот так вот до конца. Ты готова, Майло? Куда тебе? Ты что, на счет три прыгаем, да? Давайте, ты не... Леха, ты главное падай, ты не прыгай. Да, именно все падай. Все натянуто. Именно ты падаешь. Да. Я падаю. Вперед. Падаешь, да, вперед. Ты готова, Майло? Да. Я вообще не понимаю, как ты будешь. Но срать, короче. Друзья, вы сами все видели. Леха слишком рано начал выкидывать свою подругу. При этом он сам еще фактически не начал падать, а Маша уже летела со всего маха. Реально страшно представить, что бы могло случиться, если бы они попробовали этот прыжок с 7 или даже с 10 метров. Или, может быть, вы бы хотели на это посмотреть? Ребят, уже второй раз плашмя падает, это норм? Если бы я была остановкой, я была бы уже без остановки. Мое лицо, конечно, просто нет, мне кажется, мне сильно в этой ноге. Лицо, я просто вот тут вот, и вот тут вот, и вот здесь вот все. А там, знаешь, что? У нас еще 69 ждет же. Самое жесткое, что я каждый раз вижу, как ты приземляешься, я так боюсь на тебя упасть. Друзья, ну как? Нормально, давайте еще денег. Чувак, ты нарвался не на тех, братан. Мне нравится, что Маева это идеальный партнер. Первая, она дикая, вторая, она верная, третья, с ней всегда хорошо и не страшно. Вот это классно. Они просто даже не представляют себе, что сейчас будет. Друзья, кстати, кто живет в Москве, обязательно приходите в бассейн «Чайка». Это единственный круглогодичный бассейн с вышками. Представляете, здесь можно купаться даже зимой. И банька. Блин, вообще, очень крутое место, в котором нужно обязательно провести время со своими друзьями или со всей семьей. Обязательно приходим. «Чайка», Москва. Во. Это самый такой волнующий прыжок. На самом деле, вот мне прям очень волнительно. Волнуюсь. На самом деле, если этот выпуск наберет что-нибудь типа там 50 тысяч лайков и пару миллионов просмотров, мы 100% сделаем с этими друзьями вторую серию. Вы у меня еще и на пятерочку пойдете и сделаете baby catch. Это более пикантная штука, чем 69. А Майва стоит на руках, значит. Да. Боёшься прям так? Держишься крепко, да? И здесь самая главная задача – не сгибать ни ноги, да? Вот как вот бревно. Стоишь, да? Так не делай. Да. И вот так вот, да, вот всё. Да, и пошли. Ну, в смысле, мы спиной ебать? Плашмя это будет, чё? Ну, а как ты? В смысле, как ты? Ты только что не видел, как мы лицом зашли? Ты вот у неё между ног видишь воду, да? Я часто умаю вернуть. Всё, готов? Ты готов? Честно говоря, не слышал, чтобы этот прыжок называли 69. Но мне кажется, что это очень доступное объяснение. Теперь посмотрим, что получится у Маши с Лешей. Тут 3 метра, и я теперь даже не знаю, чего ожидать после предыдущей попытки. Пару недель назад я увидел еще более пикантную вариацию этого прыжка у парней, кажется, из Америки, где они сделали реальную жесть. Не, я искренне надеюсь, что никто там никому ничего не откусил. Это точно не надо и не хочется повторять. Ну что, ребята? Дал мне расцепляться. Главное, вот прям крепко схватился, и ты рулишь, да? Ты как бы, да? Контролируешь ситуацию. Контролируешь, на носочках стоишь до упора, да? Держишься за вышку и падаешь туда, чтобы вас двоих перевернуло. То есть прицеливаешься уже сам. Лех, ты уже боец опытный. Вот такой херню занимаешься. Готов, братик? Братик. Слишком много тестов. Ну ты вот сюда встай, вот. Слишком дай много крылатов. Я на встану, потом мне лови. Окей. Привет.
Майва, это я не прям крепко, крепко. Носки на себя. Давай, Леша, подходи к краю. Да, вот, чтобы ему закрыть. Какой, вы видели моих нахуй. Леха, и ты как бы вперед, да? Падай, в принципе, спад вот такой со всей силы. Просто аминь, да, спорим. Все? А голову куда-то. Майва, готовы? Прижмись, прижмись. Да, Леха, ты вот, падай, главное, до конца. Все, готовы? Без головы. Готовы? Носки. Надеюсь, скажи, как ты готов. Готово. Давай, Леха. Все. Падай до конца, вниз головой. Прям сильно-сильно, вниз головой. Такого я не ожидал. Посмотрите, какие крутые у меня друзья. Мало того, что они в принципе решились на такое испытание, так еще и блестяще выполнили этот нереальный парный прыжок. Кстати, если хотите продолжение этой эпопеи с парными прыжками, то поделитесь этим видео с друзьями и напишите в комментариях, как нам еще скинуть ребят. Или, может, вы знаете еще какую-нибудь сладкую парочку? Вау, ребята, по-моему, вообще-то отлично! Ребят, я реально в шоке, что вы справились с моими заданиями. Ну, или почти справились. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы хотите, чтобы они делали еще парные прыжки в воду с сальтухами с десятки? В общем, ставьте лайк, пишите комменты, смотрите этот видос, смотрите этот видос. И скоро увидимся. Всем пока-пока!